звонок вновь зовет на урок. Значит, кончилось шумное лето. Первый день сентября детям радость даря, каждый раз повторяется это. Опять настал учебный год, опять домой. Учителя, дорогие ученики, заботливые родители, уважаемые гости, сегодня мы со всей нашей большой страной встречаем первый день нового учебного года. На площадку проведения торжественной линейки приглашаем 1 А-класс с классной мамой Иванченко Екатерины Сергеевной. И учителем музыки Абдулаевой Джамиле Кемаловной. Дорогие ребята, по традиции сегодня к нам пришли поздравить наши почетные гости. Депутат, заместитель председателя Мирного Скоросельского совета Сопова Наталья Юрьевна. Исполняющий обязанности прокурора Симферопольского района Костецкий Артем Александрович. Главный специалист управления образования Соловей Елена Александровна. Пусть барабаны не звучит, но зависит от нас. Вся Россия и любовь к ней взаимна. И не просто мелодия грянет сейчас. Мощь и гордость российского и крымского гимна. Школа, внимание! Торжественная линейка, посвященная празднику первого звонка, объявляется открытой. Под государственный флаг Российской Федерации, флаг Республики Крым, стоять смирно! Министерство просвещения Российской Федерации в рамках реализации
национального проекта образования, наша школа стала участником проекта «Точка роста». Дорогие ребята, дорогие учителя, дорогие родители, дорогие наши первоклассники, сегодня 1 сентября на нашей школе партии собрались тысячи в школе. И в этот торжественный... И подмышку успела мама дать. Не дома не сидится, не хочется играть. Хочу скорее учиться и первоклассницей стать. Теперь-то жизнь другая, наступит у меня. Ой, мама дорогая, какой же взрослый я. Папа мне вчера сказал, что у вас по искусствам и скульптуру я люблю. Не буду я мешаться, все буду успевать. Хочу я научиться и стать читать читать. Учат, просят у доски, все мы с гордостью ответим. Мы теперь ученики, а не маленькие дети. Наш первый, самый-самый, Денис, Денис, Вано, домой идите, мамы, пора нам на урок. Моя Россия, славься, русская земля. Краше нет под небом синим, это родина моя. Увидит Бог, да поем. Наш высокий порыв никому не сломить. А иначе зачем для семьи ты жить? Ты вокруг обвинись на леса и поля. Нам с тобой хранить надо эти края. И вперед из земля ты ромашки цветут. И на нашей земле наши дети растут. Они улыбались, как дети, и вновь о том, что победу нам дали. Они туда идут. Мариана, туда, ребята, за учителем. Сердце, 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 с
всем навсегда.